Defender не сдается! Игорюшины игруши! Привет, ребят! Сегодня у нас полицейский Land Rover! Land Rover Defender! Привет, ребята! Привет! Сегодня новая тачка! Игорюша уже достает! Вау! Land Rover Defender полиция! Посмотрите! Чисто английская машина, правда, руль все равно слева. Европейская версия, похоже, да? Так, смотрите, ребята. Ну, давай поставим, коробку убираем. Defender. Оп. Механизма. Механизма нет, потому что это Mobicar, да? Mobicar. Вот такая фирма. Смотрите, есть пороги. Уже идут пороги. Двери открываются. Давай, стой, с твоей стороны открывай тоже. Ой, у меня не подцепить. О, открыл. А вот. О, смотрите, какой красивый классический Land Rover. И полицейский к тому же. Мигалки, да? Мигалочки. Land Rover Defender. Запасное колесо, как и положено, да, внедорожник. Он быстрый? Ну, нет, он, скорее всего, он больше предназначен для пересеченной местности, под трудным дорогам, да, вот, не по асфальту. Он так ездит, пап. Ну да, наверное, так, там еще переваливается, так переваливается, что-то. Да, во-во-во-во-во. Вот такой вот он со всех сторон, сейчас покажем, ребята. Так. Только двери, к сожалению, открываются, могли бы и все остальное сделать, да? Да. А то как-то скучно, без капота, без заднего двери открывающейся. Вот такая вот машинка, ребята. По-моему, класс, мне очень нравится. Мне очень нравится. Ну, как всегда... Напишите нам, сколько там лошадей. Там, наверное, скорее всего, разные моторы. Очень много моторов у этой машины. Ну, что-нибудь напишите, будет интересно. Ну что, наша история начинается? Да. Погнали. Ребят, дело было в Англии. Зима очень снежная выдалась, да, в Англии? Да, например, в Великобритании. Да, многие машины люди оставили на парковках. Даже автобусы оставили на парковках. Но... Да, это они... Но есть люди, которые... давно не видели снега и решили покрутить так называемые пятаки. Вот, например, один хулиган на машине решил на BMW покрутить пятаки, да? Уж очень ему понравилось, как много снега выбрало. Тем более задний привод очень хорошо крутит. И тут его заносит резко, и он по всем машинам на парковке проходит боком. Что же такое? Его опять заносит, и он уже передней частью всех сносит. Это уже настоящее хулиганство. Виу-виу-виу-виу! Посмотри, папка, громкость сигнализации. Сразу сработали сигнализацию автомобилей. И люди... Виу-виу-виу-виу-виу-виу. Да. Виу-виу-виу-виу. Люди, которые услышали сигнализацию в машинах, сразу позвонили в полицию. Да, и поблизости был наш сегодняшний герой. Land Rover Defender. Он начал выдвигаться в сторону этой парковки. Водитель уже разбитый BMW, вот стекло разбилось из-за этих всех хулиганств, заподозрил неладное и стал выдвигаться из парковки на выезд. И тут навстречу ему Land Rover Defender. Что же делать? Интересно, я мощнее полицейских или нет, решил проверить водитель BMW и начал давить в передний бампер. Но Defender не сдается, BMW давит, но Defender не сдается. Полиция включила громкую связь и говорит нарушителю: остановитесь, не препятствуйте действиям полиции, иначе вы будете арестованы. Но хулиган на BMW продолжает давить на полицейских. Defender со своим дизельным двигателем оказался сильнее и выдавил его. Хулиган, ты почему всех машинок бил и таранил? Ну, просто мне хотелось погонять. Ну, гоняй в другом месте, а не на парковке. На парковке нельзя гонять. Только на специальном треке такие трюки выделывай. А здесь нельзя. Посмотри, что ты натворил. Все машины поцарапал. Я больше не буду. Ты понял, что нельзя этого делать? Да. Никогда, да, пап? Никогда такого не делать. Только на специальных трассах. Не надо в общественных местах и никакие... И вообще на треках. Точно. Ну, в этом сопротивлении все-таки Defender дизельный победил BMW. Вот такие вот дела, ребята. Ну, наверное, еще эта машина полицейская, и она подготовлена сильнее, да? Да. Ну что, ребята, на сегодня эта история поучительно закончилась. Вы, надеюсь, все поняли. Нельзя хулиганить, гонять. Это была наша сегодня спасительница машины. Пока, Land Rover. Ребята. До новых выпусков, друзья. Да, пока-пока, мальчики. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока-пока.
Пока, ребята. До новых выпусков. Выбирай любую. Подписывайся на канал Игорюшины Игрушки.